Так, друзья, привет, с вами Григорий Пронин. Я вообще-то не думал снимать ничего, но чувствую, что место-то, в котором мы оказались, достаточно годное. И оно называется Magic Life, Penelope Beach, Imperial. В общем, как-то так. Давайте я вам покажу. Сейчас мы находимся на пляже. И пляж — это одно из достопримечательностей Туниса. Да, кстати, мы в Тунисе. И песок здесь офигенный. Может быть, я не самое лучшее место выбрал, чтобы показать здесь. И немножко вот водоросли встречаются, но тем не менее, давайте я подойду куда-нибудь, где песок белоснежный. Ну вот, например, здесь песок действительно практически белый. И он очень-очень мелкий, по нему ходить очень приятно. Что касается моря... О, смотрите, Ирина побежала купаться. Что касается моря... Вода очень теплая. Сейчас у нас июнь месяц, и вода очень теплая. Дно песчаное. Заход приятный. Но идти достаточно далеко, кстати, чтобы вам стало воды по горлышко, нужно пройти, ну, наверное, метров 15. Ну а дальше вплавь. Что здесь еще хорошего? Здесь у нас на пляже... Ну давайте, ладно, прям для туристов, которые захотят сюда поехать. Вообще не мой формат, но расскажу. Значит, в нашем отеле Penelope Beach, Imperial там и так далее, последний, закройте дверь. Здесь для детей бесплатные вот эти вот катания на бананах. Совершенно бесплатно. А вот эти вот катамараны тоже, на них можно бесплатно кататься, но для этого... нужно уметь на них кататься. Я не умею. Поэтому этим я еще пока не воспользовался. Но сегодня только первый день. По пляжу ходят люди, предлагают различные вещи. Очень красивые. Такая штука у нас уже есть. Thank you. Thank you. I have this. No, thank you. No, thank you. Ну, короче, вообще они по-английски-то хуже понимают. В основном по-арабски и по-французски. Я в школе английский учил. Ну так вот, этот банан для детей нашего отеля вообще бесплатно. На пляже есть верблюды. Вот они вдалеке, сейчас мы до них дойдем. Верблюды на пляже. Погода офигенная. И, как вы уже видели, по берегу ходят люди и продают всякие товары. Пока что я купил две шляпы. Ну мы купили, мне и супруге. И сейчас я... вот в такой мексиканской шляпе. На самом деле шляпа офигенная, я хотя бы не сгорю. Вот видите, у нас здесь верблюды. Ага, класс, это маленький верблюд, ребенок и мама с папой. Мама, папа and baby. Yeah? Very beautiful. Ага, смотрите, можно покормить верблюда. Маленького. О, смотрите. Вот так вот. Класс. Давай фото от имени верблюдей. Ага. Ну, thank you very much. У меня и так видео. Спасибо. Later. Thank you. Такая вот красота. Можно кататься на верблюдах. Все что угодно. Причем очень приятно. Вы видели, да? Люди не пристают. Торговцы не пристают. Они очень вежливые все. Лоу. Вот тут вот, губка, я смотрю. Ну, много чем торгуют. В общем, о, вот здесь я смотрю водоросли. На нашем пляже нет водорослей. Ладно, пойду-ка я обратно. И еще вам что-нибудь расскажу. В общем, отдых хорош. Ага, ага, я понял. Это у нас губка. Губка-мочалка, приятно. Thank you. No, thank you. Да, цена, говорят, хорошая. Но главное тут вовремя уйти и... не повестись, как со шляпами. Не, ну шляпа действительно хорошая. Она сделана из пальмы. В общем, все супер. Ну, вот такой пляж. В общем, такого моря, в принципе, я в своей жизни не видел. Приятного, ласкового, чтобы прям вот заходить было очень удобно. В том плане, что ты заходишь, и море практически, наверное, той же температуры, что и воздух. Хотя нет, воздух здесь, конечно же... Какая здесь температура? Где-то градусов 40, наверное. Вчера, когда мы приехали, это был самый
теплый день, который у них вообще был за этот год. Ну, вы как понимаете, мы в сезон здесь. В сезон приехали. В общем, пока что ему эмоции все положительные. Мне все нравится. Я думаю, что поснимаю для вас, покажу вам и отель, и все, что захотите. Вы тогда пишите в комментариях, потому что, в принципе, я снимать-то не планировал. Но если вы меня попросите, я, конечно, вам все расскажу. Все, пойду купаться.